Алиев, президент Алиев, он всегда поддерживал Украину. Не поддерживает. Была гуманитарная помощь, была медицинская помощь. Я думаю, что Азербайджану сегодня сложно с точки зрения оружия помогать Украине. Это правда. Это можно понять, потому что у них, ну, есть Нагорный Карабах, есть этот вопрос. Он исторический, он очень сложный. Я все понимаю. Это, кстати, я вам скажу, что, пожалуй, одна из немногих стран, которую мы понимаем, вот такой, в общем, почему такой вот баланс вот этой нейтральности. Я понимаю, почему, потому что вот сейчас может разгореться война. Вот. Но все равно ждем большего. Долго понимать не сможем, потому что нам очень сложно. Мы не такие ребята, ну правда. Каждый день погибают наши ребята, вы должны понять. Вот. Но с Азербайджаном отношения у нас хорошие.